С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзор набор инструментов Intertool. Это линейка новая Storm. Артикул ET8111. Набор на 110 предметов. Начнем мы с упаковки. Вот такая упаковка идет сверху на пластиковом кейсе. Информацию, которую указывает производитель, это CRV маркировка, хромованадевая сталь. Два рабочих квадрата, 1,2, 1,4 дюйма, 111 предметов, 72 зуба, трещотки, мелкий шар. И также, где набор у нас производится, это Китай. Заводской Китай. Нет. Материал изготовления инструмента, еще раз скажу, потому что многие постоянно спрашивают, это хром, ванадевая сталь, это указывает производитель. И также есть ударные головки, где сталь идет, также указывается хромолибденовая. Дальше я покажу. Это вот вкладыш, который ложится между двумя крышками, чтобы инструмент не высыпался. Но здесь вот вместо поролоновой стандартной, стандартного вкладыша идет вот такой вот пластиковый. Не знаю, чем он лучше, но вот такой вот ложится и закрывается набор. Так, начнем мы с трещоток. 72 зуба мелкий шаг, 2 рабочих квадрата, 1,4 дюйма маленькая трещотка. Рукоятка комбинированный, пластик и прорезиненный пластик. Маркировка Intertool, логотип на металле. Маркировка хромованадевая сталь и надпись краской на трещотках Intertool. Трещотки разборные, три винта выкручиваются, можно обслужить внутри механизм работы. Есть реверс переключения, право-влево вращение и быстрый сброс и фиксация головки на трещотке. Трещотки идут изогнутые. Не прямые. Длина трещоток под 1,2 дюйма 255 мм, под 1,4 155 мм. Так, два воротка Т-образных под 1,2 дюйма и под 1,4 квадрат. Длина 110 мм и этот большой у нас 250 мм. Вороток 250 мм под большую трещотку также служит как удлинитель 250 мм. Снимаем переходник. А переходник вы можете использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1/2. Так, удлинители под маленькую трещотку. Три удлинителя идет. Маленький 50 мм. Средний 100 мм. И удлинитель гибкий 150 мм для труднодоступных мест. Под квадрат 1,2 дюйма у нас два удлинителя. 250 я уже показывал. И еще один у нас 125 мм. Также логотип Intertool и маркировка хромованадевая сталь. Весь инструмент покрыт таким защитным покрытием сверху от коррозии защита. Не матовый цвет, здесь все блестит. Все яркое. Так, набор Г-образных ключей небольшой. Два кардана под маленькую и под большую трещотку. Карданы скреплены металлическими вставками. Не на винтах, а на металлических вставках. Две сечные головки. Так, у нас на 21 мм и на 16 мм. Внутри есть резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала. Так, и набор головок. В наборе шестигранный профиль головок. Головки короткие, головки длинные. Два ряда. И головки торкс. Начнем с коротких головок. Под 1,4 дюйма у нас 13 штук. Вот они идут. Самая маленькая на 4 мм. Самая большая на 14. Это под маленькую трещотку. Под большую трещотку 17 головок. Самая маленькая 10. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм. То есть самая большая составляет 211 грамм.
Видите, она матовая снизу, сверху глянцевая. Интертул логотип CRV 32 мм. Ну и такая вот насечка идет посередине. Головки Torx. Общее количество 13 штук. Находятся они в верхней крышке. Самая маленькая у нас здесь идет E4. Самая большая E24. Это стандартная комплектация для 110-х, для 108-х наборов. И головки длинные. Под 1/4 дюйма, под маленькую трещотку у нас 8 головок. Самая маленькая 6 мм. И самая большая здесь на 13 мм. Это под маленький квадрат. Под большой квадрат 1/4. У нас 5 головок, 3 из которых идут ударные. Так, здесь размер 14, 15, это стандартные. И 3 у нас ударные, 17, 19 и самая большая здесь 21 мм. Это их вы можете использовать с ударным гоковертом или с ударным инструментом. Маркировка CRMO, молибденовая сталь. Набор бит. В наборе биты, которые у нас используются с переходником под 1/2 дюйма, то есть под большую трещотку, вот он. И под этот переходник есть биты. Так, здесь у нас есть крестовые, шлицевые, шестигранные и биты Torx. Вставляете нужную биту, переходник. Вставляете переходник в трещотку. Получаете вот конструкцию. И биты у нас под 1/4 дюйма, которые идут уже впрессованные с переходником. Также торксы, шлицевые, шестигранные и крестовые. Кстати, все биты промаркированы, на кейсе есть маркировка. Все сразу видно, где лежит какой размер. Также головки промаркированы по размерам и ячейкам, в которых они находятся. Так, с комплектацией все. Кейс состоит у нас из двух частей. Все это соединяется металлическим штырем. Сами завесы пластиковые, но внутри металлическая вставка. Замки также металлические, но они идут металлические, но сами держатели. Вот я снял замок, видите, держатель сам пластиковый, но замок сам металлический, с логотипом Intertool. Они съемные, поэтому их можно заменить. Кейс пластиковый. Сейчас закроем. Хороший пластик, то есть все качественно сделано. И сам инструмент, мы не заметили ни заусениц, ни каких-то вмятин или кривого литья, то есть все качественно и хорошо исполнено. Логотип Intertool красным цветом и внизу ET8111. Габариты кейса, ширина кейса 38, длина с рукояткой 28, высота 8,5 и вес набора составляет 7 кг. Спасибо за просмотр нашего видеообзора, за подписку на канал, напоминаем, за комментарии, оставленные под видео, вы получаете скидку дополнительную в магазине при заказе. Спасибо, до свидания.